партнеров, они оказались для них гораздо важнее, чем идеологические противоречия с бывшим Советским Союзом. И тут же, вот это вы все уж хорошо знаете, началось давление для того, чтобы раскачать саму Россию. Пятую колонну начали создавать внутри, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию. Наслали нас целые орды международных террористов, которые в разных регионах страны начали действовать, в том числе и прежде всего на Северном Кавказе. Это же все мы проходили.